Здравствуйте! Это программа «Свободное время». День Победы – это праздник, объединяющий поколения. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И сегодня своими воспоминаниями чаще делятся не ветераны, а их дети и внуки. И наш выпуск сегодня будет посвящен именно этому празднику. Фотографии хранят историю семьи и рассказы давно ушедших лет. Лариса Шемионко и судьба ее родных, которую она пронесла через свою жизнь. Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. Накануне 9 мая мы хотим рассказать вам историю одной семьи. Лариса Шемионко хранит память о всех своих родных. Ее история начнется с 1926 года. Подробности прямо сейчас. Передо мной фотография, которой почти 100 лет. Она сделана в 1926 году. На ней семья моего прадеда. Шемякин Иван Егорович. Вот он тут сидит в центре. Рядом с ним его жена Евдокия Семеновна и их дети. Старший сын Николай и девочки Лидия, Валентина, это моя бабушка, и маленькая Любочка, которой на тот момент было всего 2 года. Нет на этой фотографии еще одного члена семьи. Это средний сын Саша. Как говорила бабушка, Сашка пострел в тот день, сбежал. Знал, что приедет фотограф, но фотографироваться не захотел. Вообще семья была зажиточная. У них был большой дом, у них были крашеные полы, что на то время была большая редкость. В простенках стояли резные столики, которые Иван Егорович вырезал сам из дерева. Было большое хозяйство. Куры, свиньи, 2 коровы, 2 лошади. Спустя 2 года после этого снимка, в 28-м году, мама большого семейства умерла. Как раз в ту пору началась волна раскулачивания. Пришли раскулачивать и семью моего прадеда, хотя кулаками-то они никогда не были. У них не было батраков, подсобных рабочих. Забрали все. Забрали свиней, кур, лошадей. Оставили 1 корову. И отцу сказали: «Благодари Бога, что жена твоя умерла, а детей у тебя много, иначе выслали бы вас всех в Сибирь». Еще спустя 2 года умер и сам Иван Егорович, и старшим в семье остался сын Николай. Он к тому времени прошел уже фронта гражданской войны. С началом Великой Отечественной пошел на фронт, вернулся, весь израненный, но вернулся живой и умер уже где-то в начале 80-х. А вот фотографии того самого Сашки Пострела, который в свое время сбежал от фотографа. Это, конечно, более поздний снимок. Это снимок 1936 года. И вот снимок 1938 года, где он со своей женой. Бабушка рассказывала про Сашу, что он был чрезвычайно талантлив. Он вырезал из дерева швейную машинку, причем целиком. Все детали, кроме иглы, там были деревянные, и машинка шила, она была рабочая. Потом Александр Иванович работал на заводе, он работал инженером. И коллеги его очень ценили за его смекалку, за его умелые руки. Они говорили, что Александр Иванович наладит просто абсолютно любую технику, даже ту, которая работать не может в принципе. Портрет его всегда висел на доске почета. В 1941-м Александр ушел на фронт, и в том же году была получена похоронка на него. А вот это фотографии моей бабушки. Моя бабушка закончила педучилище и потом работала учительницей. Вот здесь, кстати, интересные снимки. Вот это 1934 год. Можно посмотреть, какая тогда была мода. Вот это год тоже 1934. И обратите внимание, что здесь они занимаются со стрелковым оружием. То есть тогда, видимо, уже готовились к войне. В годы войны моя бабушка работала учительницей. И едва не попала под репрессии на том лишь простом основании, что преподавала она немецкий язык. Ей хотели, значит, припаять, что она пособница фашистов. Зато уже после войны она была награждена медалями. В том числе одна медаль была получена в 1946 году.
Вот тут ее фотография, это буквально уже незадолго перед смертью. Три ее медали на кофточке моей бабушки. Кстати, вообще медалей было четыре. Но четвертую медаль она просто не успела получить. Пришел наградной лист, но она была уже тяжело больна. Вот эта медаль выдана в 46-м году. Медаль за трудовую доблесть. Вот к ней есть удостоверение, к этой медали. Тут написано: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Кстати сказать, бабушка любила одевать свои медали. Мы долго с мамой думали, откуда взялось это пятно. И сделали предположение, что, скорее всего, вот она и ходила, и случайно чай пролила. Что пятно это ничем не выводится. Да мы, честно говоря, и боимся, потому что ткань старая. Еще одна медаль. К ней нет книжки «За трудовое отличие». Мне так жалко этих людей, потому что ведь даже тех, кто не воевал на фронте, я имею в виду, ведь им досталось в тылу не меньше, чем тем, кто был на фронте. Почему бабушка ушла так рано? Ей был всего 61 год. Сердечница. Почему? Я думаю, что нахлебалась. Поэтому я ощущаю боль. Моя бабушка умерла, когда мне было всего 12 лет, поэтому ее рассказов я очень мало помню. Она меня берегла. А вот с ее младшей сестрой Любой мы общались очень много. Тетя Люба выучилась на медсестру. Она всегда говорила, что выучилась я только благодаря своей старшей сестре Вале, то есть моей бабушке. Время было тяжелое, валенки у них были одни на двоих. Если покупался платок, то он резался по диагонали, и чтобы каждой сестре было по платку. Но, тем не менее, она училище закончила. И в годы войны она работала медсестрой в госпитале в городе Сокол, Костромская область. И госпиталь, как и многие другие госпитали, посылали на фронт посылки. То есть они собирали теплые вещи, носки, варежки, там, кесеты, табак для солдат и отправляли на фронт. Точно так же сделал госпиталь, где работала тетя Люба. И вдруг однажды с фронта пришло благодарственное письмо от некоего солдата Михаила, который благодарил за то, что им все это богатство прислали. Нужно было на письмо ответить, кому поручить. Поручили самой молодой комсомолке в коллективе, Любови Шемякиной. Люба ответила, Миша ей написал. Люба ему опять ответила. И вот так началось это знакомство по переписке. Я, говорит, в госпитале. Работаю. Вдруг бежит кто-то из сестер и кричит: «Люба, Люба, тебя какой-то военный спрашивает». Я выхожу на крыльцо, а там стоит высокий, красавец, белобрысый, голубоглазый. Стоит так подбоченясь, смотрит на меня и говорит: «Так вот ты какая Любушка». А я ему отвечаю: «Так вот ты какой Мишенька». И вот Мишенька забрал свою Любушку и увез ее к себе в Белоруссию. Там они и стали жить долго и счастливо. Вещи с ним, конечно, происходили удивительные. Я думаю, что его Бог хранил. Начать хотя бы с того, что изначально его призвали в армию генерала Власова. В 42-м году армия генерала Власова попала в окружение, в жесткий мешок. Солдаты были лишены продовольствия, солдаты были лишены боеприпасов, начался голод. Они съели всех лошадей. Они съели солдатские ремни. Потом все равно армия была взята в плен, и многие, как известно, перешли служить на сторону врага. Так вот, Михаилу по счастливой случайности удалось избежать участи такой страшной своих товарищей, потому что в это время он лежал в госпитале, ему вырезали аппендицит. И еще один случай он рассказал, конечно, он вообще удивительный. Был страшный бой. Очень страшные. И солдаты после боя расположились на ночлег в уцелевших деревенских домах. Они выбили немцев из деревни. Ну, конечно, кто где, кто как. Кто на лавке, кто под лавкой, кто в повалку на полу. Ну, и дядя Миша в этом доме ночевал, лишь бы не под открытым небом. И среди ночи ему захотелось пить. Встал он и стал потихоньку пробираться между своими товарищами. И вдруг кто-то его в темноте за рукав потрогал. Он пригляделся. А это бабулька, хозяйка дома. Она вот даже спать не ложилась. Она сидела на лавочке возле печки. Она его тронула за рукав. Миша обернулся и говорит: «Чего, бабуль?» А она говорит: «А ведь ты, сынок, один из них всех
живым останешься. На следующий день был бой, еще страшнее прежнего. И все до одного, точнее, кроме одного солдата Михаила, все в том бою полегли, все, кто был с ним в доме. Михаил прошел всю войну, то есть от Белоруссии до Берлина, потом в Сокол за своей Любушкой и привез ее в Белоруссию. Любовь Ивановна в Белоруссии, значит, работала акушеркой в фельдшерско-акушерском пункте. Проработала она там 40 лет. И за все вот эти 40 лет ее деятельности ни одна роженица и ни один младенец в ее руках не умерли. У нее руки были просто волшебные. Она спасала даже безнадежных. Прожили Мишенька с Любушкой вместе более 72 лет. Воспитали троих детей. Но потом вот как-то почти одновременно занемогли, попали в больницу, в соседние палаты. И Любушка пережила своего Мишеньку, так она его всю жизнь называла, всего на 5 дней. Вот я рассказала о членах своей семьи. Я, конечно, очень горжусь тем, что они тоже, многие даже и ценой жизни, приняли участие и как-то приблизили эту великую победу, потому что победу я считаю общей. Это всего лишь одна семья из нашей многомиллионной родины, а ведь в каждой семье есть кого вспомнить, потому что война коснулась всех. Поэтому поздравляю всех с праздником, с великой победой, с нашей победой. Благодаря ей живы мы, живы наши родители, живы наши дети, наши внуки. И, дай Бог, будут жить правнуки. Время быстротечно, и наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе, в пятницу, на канале «Новый век» в свободное от работы время.